вами Денис. И получилось так, что прошлая запись у меня навернулась из-за того, что компьютер у меня завис, этот засранец. Но я вам вкратце расскажу, что тут происходит. Так что всем приятного просмотра. Погнали. Тут получается вот этой девке плохо. Просто я, ну, не показал, потому что запись прекратилась. Надо делать резервные сохранения, вот. И надо было ей помочь, получается. Вот, и теперь надо найти бинты в медицинском классе. Вот. Так что мы их найдем, а там будет дальше кое-что тоже интересное. Вот. Так что как-то так получается. Третий этаж. Ну, погнали на третий этаж. Так. Как раз у нас теперь нормальное сохранение. У нас тут получается кафетерий. Так, а задание у нас... Да, найти медпункт. И это и все отдать. Да. Отлично. Сейчас тогда... Сохранимся. Здесь. Так, я думаю, тогда, наверное, сделать второе сохранение на всякий случай. Кафетерий, да, сделаем два сохранения на всякий случай. Так. Отлично. Погнали. Так, этот хрен вроде бы ушел. Угу. Так, а что у нас в инвентаре? Так. Прибавляет сил. Сила восстанавливается быстрее. То есть, получается, у нас больше не будет этой штуки, да? Ладно, тогда ее не стоит применять. Так, а сохраниться мы где можем? В учительской. Ладно, давайте, наверное, сохранимся в учительской. Это у нас какая? Зал отдыха учителей. Да, до учительской топать далеко. Я скажу. Да ёб твою мать, съебись! Так, я её вроде... Блядь, быстрей! О, мать моя женщина! Да твою мать, свали ты нахер!
Валим, 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 валим. В смысле, тут ничего не было? Серьезно, блядь? Что? Блядь, какого хрена? Ёбаный в рот. В смысле, чё она меня так быстро почикала? Охренеть. Жопная сучка, короче. Так. Мы нашли ключ-карту. Аптечку для мины. Бинт. И опять она тут шагает, сучка. В смысле, чем рюкзак полон, я не пойму. Ну, давай, допустим, стоп, что? Ну, съедим, допустим, шоколадку. Антидот опять. Так, а на каком этаже находимся? Медпункт. Медпункт. Первый этаж, что ли? Зал отдыха учеников. Так. Первый этаж. А, это, наверное, класс биологии. То есть теперь мы в медпункт можем попасть, да? Блин, какого хрена нас отравили, а? Грёбаный антидот. Ну, антидот, допустим, все. Так, это получается у нас будет... Класс биологии, что ли? Кафетерий мы перезаписали, да? Ну да, класс биологии. Так, ну так как мы это уже проходили, класс биологии... Мы тогда сделаем так. Мы сейчас загрузим другое сохранение. Так что ставлю игру на паузу. Вот. И продолжим уже в следующей серии. Давайте, друзья, не прощаемся. Дорогие друзья, я добрался до одного крыла. То есть с этого я в медпункте взял бинты. И теперь нам надо до 1С добраться, чтобы девчоночку вылечить. Так что погнали ее вылечим, чтоб все с ней было хорошо. Что там было? Куда он собрался? Все ушел, оставил записку. Не люблю я вечерние занятия бульдога. Конечно, у меня по алгебре всегда были плохие оценки. Но ходить к нему на двухчасовую продленку – идиотизм. Не собираюсь учить... То, что не понадобится после выпуска. Ага. В том универе не нужна математика. Он даже не понимает, что просто тратит мое время впустую. Ага. Не думаю, что ему известно. Скорее, просто где-то услышал. В любом случае, это он развешивает по школе все эти записки. Но с какой целью? Как бы то ни было, мне посещать уроки бульдога тоже не хочется. Иначе это будет самая напряженная определенка в мире. Ясно. Так, сохранимся. Да, сделаем два сохранения. Или даже лучше три сохранения сделать.
Так, ну и погнали спасать девчулю. Подожди, а при чем тут третий этаж? Так, вот она. Отлично. Сохранимся. Ага. Так. Ну чё ты там? Привет. А, вот она чё. Мина, я нашел медпункт, аптечку, держись. И вот и все, перевязано, как самочувствие. Намного лучше. Ай! Ты в порядке? Я вроде бы остановил кровь, но тебе все равно лучше быть аккуратней. Думаю, теперь я могу идти. Спасибо, Йонхо, ты мой герой. Нет проблем, Мина, для друга все что угодно. Ты мне больше, чем друг, запомни это хорошо. Думаю, теперь можно отсюда съебываться. Осторожней, тебе все еще больно? Все в порядке, я ценю твою помощь, Йонха. Не знаю, что бы я без тебя делал. Теперь я свободна. Свободна? А? Так это была мина или какой-то призрак? Что ж, теперь меня уже ничего не удивляет. По крайней мере, лучше. Еще эта сука здесь ходит. Блять, что? А, записка. О, еще что-то. Опять записка. Записок дофига. Так, ладно. Класс. Класс, да? Так, а почему у нас... А, это мы уже когда сохранились, да? Ну да. Понятно. Так, а нам что, на третий этаж, что ли? Тут вообще, я так понимаю, нечего ловить, да? Ага. Кабинет председателя. Надо найти коробки в северном крыле. Мина только что исчезла. Понятно. Так, а вот главное здание я не все обшмонал. Получается... Ага, я по третьему этажу побегал. По третьему, да? Класс биологии. Класс географии. Так, а у него вот... Алгебра, обществознание и ИЗО. Три предмета он завалил, получается. А, вот записка учителя ИЗО. Подземный склад. Понятно. Значит, что-то там нам искать надо. Окей. Окей. Так. Тут, в принципе, мы можем включить нормально.
принципе. Третий этаж. Блять! А, ты тут. Здрасте. Что? Ты типа молчишь? Охереть. Ёбушки-воробушки. А, тут этот песчаный тип. А, нет, это действительно 3F-класс. Может, нам следующий класс обыскать? Блять, иди нахуй. Блять, иди нахуй. Ёб твою мать, блять, заебало. Да пошла в жопу. Блять. Нахуй иди. Бесишь, блядь. Сука! Я не туда повернул, мать твою. Охуеть. Да вали нахер отсюда. Бесит она меня, блядь. Так, а вот... Что мы тут делаем? Так, это у нас что? Кабинет директора. Кабинет директора, да? Ага. Тут у нас учительская справа. Да, учительская справа. Учительская. Ага. Блин, ну супер, и что нам делать? Вот при чем тут сил у нас? Не силы нужны, блин. Раз, два. Три. Три хпшки, что ли? Так, подожди. Ага. И что тут у нас? Вот нафиг мне эта записка. С восходом солнца земля будет усыпана твоими деньгами. Звучит как-то загадочно. Что это значит? Председатель старшей школы сейва Джеймс Мот. А, вот этот эмот и есть. Ага. Пароля нет, и внутри тоже. Стоп, вылезла какая-то программа. Что? Так, подожди.
То есть с восходом солнца, да? Серьезно? Ё-моё. Так, подожди, а это у нас кабинет председателя? Я не подозревал, что это место есть. Только гляньте, сколько мониторов. Здесь просматриваются проигрыватели. Здесь есть камеры наблюдения. Я догадывался, что председатель Мот и его дружки за нами наблюдают, но это уже переходит все границы. Черт побери, они установили камеры даже в женском туалете. Председатель устроил тут миниатюрную Северную Корею. Им известно все, что... Точнее, абсолютно все, что тут происходит. Лучше бы я этого не видел, блядь. Ага. А, вот оно что, это типа... Ага, и тут можно прятаться. Чё? Стоп, это куда ведет-то? Деньги. Не ставьте компьютерные онлайн-игры. Мне стало известно, что некоторые злоумышленники проникли в класс, чтобы прокачать своих магов. Занимайтесь этим дома. Хе. Эти компьютеры не ваша собственность и предназначены строго для образовательных целей. Игры потребляют много памяти, что также приходит к зависаниям. Мистер Бэнк. Ага. Блять, рюкзак полон, блять. А чем он полон? Блин, всего лишь 500 этих. Придется, походу. Прибавляет много сил. Да. Энергетик, ну хоть что-то. Ваша личная информация в безопасности? Ага, конечно. Ха. А, из компьютера жесткий диск, что вы не сможете пользоваться этим ПК. Что до преступника, охрана уже проверяет записи с камеры, мы тебя найдем. Мистер Бэнк. И кто это читать будет? Кто украл? Да ё-моё, вы серьезно? Так, подожди. Это имеется в виду выкинуть, что ли? А, то есть можно выбрасывать. А, ну тогда хорошо, да. Деньги опять. Компьютерный класс. Кровь. Запись.
Подписка. Чё, тупик, что ли? Да, странно. Опять записки. Блин. Так, ну это я уже понял. Догадался. Так, это значит, получается, будет учительская. Ага, нам проверять надо будет северное крыло. Идти в подземный склад. Угу. Вроде бы все подписано. Да. Биология. Так, а у нас надо исправить положение алгебра, общества знания и ИЗО. Ага. Как-то так получается, да? Тут тупики. Класс география. Так, ладно. География, значит, да? Так, наверное, на этом мы закончим именно эту серию. Так что с вами был Денис. Всем до новой серии. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем до, ну, на связи. Всем до встречи, всем удачи, всем пока.